Давайте поговорим в этом видео, как не получить с Алиэкспресс тряпку. Многие заказывают одежду, а получают в прямом смысле тряпку. Все видели эти приколы, ожидания, реальность на Алиэкспрессе. Очень много фото ходит в различных группах. И здесь в интернете вы можете сами нарыть, посмеяться. И действительно, на Алиэкспрессе долгое время это была проблема. Я вам честно скажу, что на Алиэкспрессе я редко покупаю одежду, но если я ее все-таки покупаю, то я покупаю ее очень тщательно и задаю продавцу очень много вопросов. Кстати говоря, я чаще одежду заказываю именно с Taobao, потому что там какие фото есть, такая обычно одежда и приходит. Но все-таки давайте теперь поговорим, что нужно делать. Самый главный и практически единственный совет — это покупать у тех продавцов, которые купили уже другие. То есть они купили, они написали отзыв, они показали фотографию на себе, как это выглядит. Поэтому я захожу на примере платьев женских, показываю, что нужно делать. Всегда я ставлю эту галочку 4 звезды и более. Ждем, обновился список, листаем. Сейчас найдем что-нибудь интересное. Ну, например, вот это кружевное платье или что это. Видим больше 2000 заказов. Это очень хорошо, значит, много кто уже написал отзывы. Здесь нажимаем. Нас перекидывает в отзывы. Ставим здесь галочку с фото. И листаем, смотрим, как на девушках это выглядит. Вот реально, на что вы можете рассчитывать. Давайте пролистаем. И вот на конкретном примере показываю, что на девушках с хорошими формами, ну гляньте, как прекрасно все выглядит. Смотрим следующий отзыв. Одно и то же платье и уже тихий ужас. Из этого самый главный совет. Примеряйте на себя мысленно перед покупкой, как это будет на вас выглядеть, чтобы не было такого смешного. Хотя, может, для кого-то и это хорошо. Другой пример — это когда у продавца есть на странице только профессиональные фотографии, фото с глянцевых обложек, да, моделей. И это все, естественно, нереальные фото могут быть. Чтобы в этом удостовериться и купить хорошую вещь, обязательно пишите продавцу вопрос, чтобы он прислал реальные фото. Как писать продавцу, вы уже, думаю, знаете. Вот я связался с этим продавцом, он сделал специально фото для меня. И действительно мы видим, что, ну, в целом, да, это оно прям как на моделях. Тогда, если вас этот вариант устроил, вы можете теперь уже делать заказ.